Начиная с 1996 года в Москве появляется новый вид преступления – телефонное пиратство, которое в основном контролируется представителями азиатских криминальных кланов. За мошенников берется специальное подразделение МВД – Управление по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий «Управление Р». Осенью 99 года фиксируется небывалый всплеск телефонного пиратства. На этот раз уже во всем мире. Со счетов абонентов в разных странах исчезают миллионы долларов за разговоры, которые они не вели. В те же дни в Москве убивают некоего Петровского, ученого в области средств связи. Начальник отдела управления Р. Андрей Фролов и сыщик убойного отдела с Петровки Николай Глаголев выясняют, что эти события тесно связаны. В мире назревает крупный скандал, грозящий России большими неприятностями. Фролову дается неделя на то, чтобы найти и обезвредить действующий в Москве подпольный суперкоммутатор. В результате операции по его ликвидации, получившей кодовое название «Спрут», удается выйти на одного из московских авторитетов, на Егора Бессонова по кличке Бес. Он, к удивлению сыщиков, сам активно берется за поиски убийц Петровского. Установив за ним наблюдение, Фролов и Глаголев понимают, он связан с телефонным пиратским бизнесом и обязательно должен их вывести на спрут. Продолжая прослушивать мобильный телефон Беса, сыщики выяснили, что он дал поручение двум своим курьерам с кем-то встретиться и передать им сумки с деньгами. Эту информацию немедленно передали группе наружного наблюдения. Слежка за одним из курьеров ни к чему не привела. Ни с кем в контакт он так и не вступил. А второй, поплутав какое-то время по городу, встретился с вьетнамцем и передал ему сумку. Продолжили наблюдение за вьетнамцем. Через 10 минут он появился на Зубовском бульваре и вскоре скрылся во дворе одного из расположенных там зданий. Неужели спрут находится здесь? Времени на проверку не оставалось. Фролов решил рискнуть. Проблемы в случае промаха все равно будут несопоставимы с теми, которые грозили стране, если они не ликвидируют спрут. Через полчаса группа захвата ворвалась в просторное офисное помещение. Фролов определил сразу – нелегальный коммутатор здесь. Он узнал его по изъятым из квартиры Петровского чертежам. Никакого сопротивления оказано не было. Тем более, что обычного нелегального переговорного пункта здесь не оказалось. Но это уже было неважно. Фролов лично изъял из телефонного устройства чип Петровского. Коммутатор находился в самом центре Москвы, где преступники чувствовали себя в полной безопасности. Но только не в этот день. Поскольку телефонисты никак не ожидали увидеть здесь оперативников, то не успели, как это уже не раз бывало, в других местах замести следы. Кстати, именно возможность быстро перекоммутировать нелегальные телефонные станции в обычные мини-АТС, изъяв и уничтожив криминальные детали, не позволяла во многих случаях возбуждать против пиратов уголовные дела. Понял Фролов и почему мошенники выбрали место по соседству со зданием АПН, куда уже однажды сыщики чуть было не нагрянули с обыском. Преступники использовали этот, по сути, мощный международный узел связи в качестве своеобразного громоотвода. Теперь все составляющие преступления в прямом и переносном смысле были у Фролова в руках. Но главное, был ликвидирован спрут. Единственный вопрос, на который пока не было ответа, как в этой преступной цепочке осуществлялось передвижение денег. Счета за переговоры приходили к абонентам в разных странах, это понятно. Но как преступники получали деньги? И как они вышли на такие объемы, используя традиционные азиатские каналы? Ведь то, что могли наговорить вьетнамцы и представители других землячеств, платя наличные деньги прямо на переговорном пункте, никак не сопоставимо с цифрами, которые фигурировали в информационно-аналитическом центре управления Р. А на Зубовском вообще не было никакого переговорного пункта до ближайшего вьетнамского общежития или рынка полмосквы. Впрочем, на выяснение этих вопросов время у Фролова теперь будет. Ведь произошло главное. Эпидемия невиданного в истории телефонного терроризма была полностью ликвидирована.
Руководство МВД поздравило Фролова с удачным завершением операции. Репутация страны была спасена. В управлении Р праздновали победу. А в лабораториях эксперты срочно приступили к изучению детища Петровского. Единственным человеком, который не мог в этот момент по-настоящему разделить радости Фролова и его ребят, был Глаголев. По-прежнему не был найден убийца Петровского. Правда, с разгромом Спрута шансы выйти на него серьезно возрастали. Но ни на кого из задержанных на Зубовском бульваре по убийству никаких улик не было. Вьетнамцы работали там исключительно операторами. А курьеры лишь в определенные дни встречались с хозяевами коммутаторов и по поручению беса решали с ними денежные вопросы. Кстати, сразу после ликвидации Спрута задержали и обоих курьеров беса. Но что делать с самим бесом? Возникла парадоксальная ситуация. Задержав его, можно было разрешить оставшиеся проблемы Фролова. Но надежды на раскрытие убийства тогда можно было похоронить окончательно. Глаголев обратился к руководству ГУВД с деликатной просьбой разрешить ему пока не задерживать организатора Спрута. Он ведь не догадывается, что сыщики давно связали воедино убийство Петровского и подпольный суперкоммутатор. Разрешили. Ведь главная проблема была решена, и время теперь имелось. Глаголев продолжил наблюдение за бесом. Но, как выяснилось, радоваться было рано и сотрудникам управления Р. На следующий день, лишь только Фролов появился в здании управления, дежурный сообщил ему последнюю новость. Час назад вновь заработал какой-то суперкоммутатор. Причем, судя по первым реакциям из-за рубежа, он не только не уступал по мощности уничтоженному, а значительно его превосходил. Мир снова оказался под угрозой телефонного кризиса, а Россия на грани международного скандала. Только теперь времени на исправление положения уже совсем не оставалось. Действовать по старому сценарию, то есть идти по вьетнамскому следу, было бессмысленно. Все старые точки были известны и находились под контролем. Ужас в том и состоял, что по аналогии с только что уничтоженным Спрутом новый аппарат может находиться где угодно. Теперь в зоне поиска оказался весь огромный город. Еще раз сопоставив все факты, Фролов останавливается на единственной версии. Новый коммутатор запустили те, на кого и охотился бес. Они же, видимо, и убили ученого, завладев второй заветной коробочкой, предназначенной для Хохловских. Фролов снова встречается с Глаголевым. Видно, это уже была судьба, что не мы без ребят из управления Р, не они без нас никуда. В общем, теперь получалось так, что если мы находим убийц Петровского, то сразу обезвреживаем второй коммутатор. Или наоборот, обнаружим второй коммутатор, тут же раскроем убийство. В любом случае, главным инструментом поисков должен был стать бес, по которому люди Глаголева продолжали активно работать. Теперь Фролов не меньше коллеги был заинтересован в том, чтобы бес оставался на свободе. Потеряв столь прибыльное дело, он с удвоенной энергией будет искать убийц Петровского, а значит и второй Спрут. Теперь, кстати, Фролов понял смысл фразы Хохлова, сказанной по мобильнику бесу во время одного из перехваченных сыщиками разговоров. Хохол тогда требовал срочно найти беспредельщиков. Конечно, с точки зрения бандитского кодекса, это еще тот беспредел. Когда тебе с неба падают сотни тысяч долларов, а кто-то их тут же у тебя из-под носа уводит. Вновь объединившиеся в одну группу оперативники Фролова и Глаголева ни на секунду не выпускают из вида беса, но ничего особенного не обнаруживают. Он по-прежнему занимается текущими делами хохловской группировки. В основном встречается на стрелках с представителями соседних конкурирующих команд. А данные из аналитического центра продолжали всем портить настроение. Только за первые 4 дня работы ущерб от действия нового Спрута уже превзошел показания предыдущего за все время его существования. Тем временем Фролов попытался допросить в Бутырке курьеров Бессонова. Но давать какие-либо показания они наотрез отказывались. Может быть, спокойствие беса этим и объяснялось? Задержанные подельники его не сдадут. Но пока курьеры молчали, события стремительно развивались. На следующий день поступило срочное сообщение из группы наружного наблюдения. Бес неожиданно изменил один из традиционных маршрутов своего передвижения. Впервые за все время наблюдения он пропустил свою обычную стрелку с представителями конкурирующей группировки и отправился на Новинский бульвар к зданию посольства Соединенных Штатов Америки. Через 2 часа сыщики установили, что он только что продлил визу на въезд в США и заказал себе билет до Нью-Йорка. Вылет послезавтра.
Глаголев немедленно связался с дежурной частью и попросил держать наготове группу захвата. Если бес пересечет границу страны, то оперативники никогда не узнают, кто убил Петровского, и самое главное, где находится новый спрут. Следующим утром Фролов отправился на очередной мало что обещавший допрос в Бутырку. В этот самый момент Глаголеву, постоянно находящемуся на связи с группой, работающей по бесу, сообщают, что их подопечный с сопровождающими только что выехал в сторону Шереметьево-2. Что это? Бес почуял неладное и решил улететь сегодня? Группа захвата, возглавляемая лично Глаголевым, немедленно отправляется вслед за ними. В это время Фролов проводил допрос курьеров. Тот, который передавал деньги вьетнамцу за время пребывания в изоляторе, узнал от соседей по нарам немало интересного. Например, уже за один факт передачи денег подельнику в рамках крупномасштабной преступной аферы по новому законодательству ему светит приличный срок. Но в случае чисто сердечки срок ему могут скостить до минимума, ведь не убийца же он какой-нибудь. И курьер стал намного разговорчивее. На это просветление, честно говоря, и рассчитывал Фролов. Ну, я вообще-то занимался только бабками, которые брали с вьетнамцев. Я, кстати, даже не знаю за что. А к забугорным деньгам меня близко не подпускали. Каким еще забугорным, удивился Фролов. И тут же все понял. Доходы от деятельности спрута хохол с бесом получали за границей. Вот и ответ на давно мучивший Фролова вопрос, каким образом преступники получали деньги за незаконные телефонные операции. Значит, теперь, после разгрома первого коммутатора, им срочно нужно вытаскивать деньги, которые переводились их абонентами в зарубежные банки. Пока туда не добрался Интерпол. Вот зачем завтра отправляется за океан бес. Но в этот момент раздается звонок по мобильнику от Глаголева, и Фролов узнает, что улетает бес совсем даже не завтра, а прямо сейчас. Правда, Глаголев тут же успокаивает товарища. Мы его сейчас берем и везем к тебе в Бутырку. Еще не придя в себя от такого сюрприза, Фролов чуть ли не кричит в трубку, что брать беса ни в коем случае нельзя. Он едет за своими телефонными деньгами. Это сейчас единственная нить. Вот вернется, тогда всех сразу и возьмем. А в Шереметьево все давно уже было готово к задержанию Бессонова и его команды. Бойцы группы захвата заняли исходную позицию. А самого беса с помощью участвовавших в операции таможенников как бы случайно вывели на отдельный пункт досмотра, чтобы в случае нештатных ситуаций исключить малейшую опасность для пассажиров. В момент, когда таможенник, ожидая сигнала, не спеша исследовал вещи Бессонова, Фролов дает отбой. Ничего не подозревающий бес спокойно забирает свой чемодан и скрывается в зоне паспортного контроля. Оперативники покидают аэропорт, а Боинг с Бессоновым на борту берет курс на Нью-Йорк. За время, которое бес был в воздухе, представители МВД связались с Национальным бюро Интерпола России. Его сотрудники тут же вышли на коллег в США, а те оперативно передали информацию ФБР. Фролов и Глаголев в это время обмозговывали ситуацию. Если бес получал спрутовские деньги или их часть за границей, значит, пиратским узлом пользовались абоненты и за рубежом. Люди звонили из разных концов света в Россию, в другие страны и даже друг другу через небольшую коробочку, надежно упрятанную в недрах Москвы. Гениально! Фролов с Глаголевым даже мрачно пошутили. Петровский гений. Ему бы Нобелевскую премию посмертную. Оставалось ждать сообщения из океана. Через 2 дня они поступили, только совершенно неожиданные. Специальный представитель ФБР при американском посольстве в Москве сообщил сыщикам, что ему только что стало известно, что Егор Бессонов убит в районе Южного Бронкса в Нью-Йорке. Его тело было обнаружено спецагентами, которым поручили вести дело беса. Он сказал, что, судя по всему, Бессонов стал жертвой разборки между представителями криминальных группировок. Из выходцев из России и бывшего СССР. Но нам от этого открытия, конечно, легче не стало. Когда полиция прибыла на место, кроме трупа Бессонова, были обнаружены тела еще 3 расстрелянных из пистолетов граждан России. В списках ФБР они также ранее не значились. Это был провал. Теперь поиски второго спрута, так же, как и расследование убийства Петровского, придется начинать с нуля. Если уж Фролов с Глаголевым в России ничего не смогли сделать, то надеяться на заокеанских коллег, не имеющих практического опыта в борьбе с российской мафией, было наивно. Но чудо произошло и на этот раз. Уже вечером того же дня на стол Фролову ложится сообщение по электронной почте из Америки с материалами по убийству беса.
И там настоящий сюрприз. Фотографии убитых вместе с Бессоновым русских бандитов. На одной из них сыщики узнают некоего Анатолия Сарычева, известного в Москве под кличкой Зёма. Это был лидер одной столичной преступной группировки, той самой, с которой Хохлов с Бессоновым соперничали на сопредельных территориях. Быстро подняли все досье. Бессонов и Сарычев учились когда-то в одной школе, потом вместе откосили от армии, вместе начинали с мелкого вымогательства. Но вскоре затем пути этих пионеров ракетирского движения в районе разошлись. С началом массового жилищного строительства в районе, где обитали хохловские, повсюду, как грибы после дождя, стали открываться киоски, магазины, кафе и рынки. Сначала места под солнцем хватало всем. Каждый со своей бригадой контролировал свои территории. Но со временем все мелкие группы подмяли под себя более крутые авторитеты. И так получилось, что Бес оказался в команде уже достаточно могущественного к тому времени Хохлова, где вскоре стал вторым человеком. А Сарычеву удалось сколотить собственную бригаду. И с тех пор старые друзья стояли по разные стороны баррикады. Но зачем свою принципиальную дуэль Бес и Зёма перенесли за океан? Ответ мог быть только один. Кровавая разборка в Бронксе посвящена не дележу их московских вотчин. Разбираться в данной ситуации они могли только по одному поводу. Это спрут. Значит, второй суперкоммутатор контролировал Сарычев. Уже к следующему утру Фролов и Глаголев взяли под контроль всех оставшихся в Москве основных членов бригады Сарычева. Быстро установили маршруты их передвижения по городу. Один из них привел к неприметному зданию, расположенному на Люблинской улице. Выяснили, что здесь располагается типография, где печатают несколько популярных изданий «Желтой прессы». Очевидно, что ее контролировали сарычевские. Но еще более очевидным было то, что типография является прикрытием для значительно более прибыльного бизнеса. Для какого? Голову ломать не пришлось. Это был новый спрут. В боях, за который, скорее всего, и пали смертью храбрых в далекой Америке старые друзья-соперники. Операция по захвату коммутатора проходила по уже отработанной схеме. Первая группа тараном вышибла входную дверь, после чего штурмовой отряд захватил всех телефонистов-нелегалов. Второй раз за последние две недели Фролов держал в руках бессмертное творение Петровского. Оставалось надеяться, что третий аппарат он сделать не успел. А Глаголев с Фроловым приступили к допросам арестованных членов группировки Сарычева, среди которых, несомненно, находились и убийцы ученых. Вскоре к этой компании присоединился и их непримиримый друг Хохлов. И уж очень скоро сыщики смогли закрыть последние белые пятна в этой почти невероятной истории. Однажды Хохлов, решая небольшие проблемы, возникшие с одной маленькой вьетнамской фирмой, торгующей одеждой, случайно узнал про главное криминальное детище московских этнических сообществ – нелегальный телефонный бизнес. Оценив со временем его по достоинству, Хохлов с товарищами решили прибрать его к своим рукам. Более того, они выяснили, что технический прогресс в данной области стремительно развивается, и в закрытых лабораториях исследовательских институтов Москвы уже созданы образцы уникальных приборов, представляющие себя мощнейшие АТС в кармане. И самое главное, при определенной доработке они могут переводить подпольный звонок на номер любого абонента. Но на этот раз не только московского, а абсолютно любого на планете. То есть появилась возможность пожалеть своих родных пенсионеров, а озадачить какого-нибудь миллионера в Майами-Бич или в Монте-Карло. Хохлов дает задание выйти на подобную лабораторию, и ему рекомендуют такого умельца, Петровского. Бес выходит с ним на связь. Уволенный из института ученый как раз переживает не лучшие времена. Но он готов сделать этот уникальный прибор и в домашних условиях. Через месяц опытный образец готов. Хохол понимает, что у него нет времени на создание собственной сети коммутаторов, соответствующей системы безопасности, конспирации, а главное, нет постоянного и мощного потока желающих задешево позвонить. Поскольку у этнических сообществ и в первую очередь у вьетнамского все схвачено и организовано, то можно опробовать новый чип у них. Так и сделали. Установили прибор в одной из вьетнамских фирм, которую быстро оборудовали под новый коммутатор, и уже через две недели он заработал на полную мощность. Но как реально сделать деньги на этой штуке? Как организовать свой подпольный телефонный рынок? Не поселишь же всех своих клиентов, раскиданных по всему свету, как вьетнамцев в одно общежитие?
Для начала решили поднять всех знакомых, партнеров и весь российский криминалитет, работающий за границей. Схема была проста. Любой клиент, захотевший позвонить, допустим, из Парижа или Нью-Йорка в любую точку земного шара, набирает один из известных ему заранее номеров спрута. Там электронный голос запрашивает пароль, то есть дополнительный номер, после чего вы набираете код нужной страны и номер своего абонента. Вы говорите, сколько вам нужно, а счет за этот разговор приходит по вьетнамской методике к выбранному коммутатором абсолютно случайному абоненту. Уникальность устройства Петровского в том и состояла, что ни в Париже, ни в Нью-Йорке, ни в других местах набираемый московский номер спрута нигде не фиксировался. Теперь нужно было организовать гарантированное поступление денег за эти пиратские операции. Но здесь как раз срабатывала криминальная клановость, которая за рубежом была намного организованнее, чем в России. В каждом городе, где проживали русские мигранты, братки и другие, желающие поговорить по льготному тарифу, организовывался телефон-гарант. Через него проходил и, разумеется, обязательно фиксировался каждый исходящий звонок. Деньги, за которые тут же поступали на заранее открытые счета в солидных зарубежных банках. А в Москве аппарат Петровского фиксировал и эту информацию. Но бизнес для всех был настолько выгодным, что за весь срок работы спрута подобных прецедентов не зафиксировали. Параллельно, кстати, решалась и вечная проблема всех российских криминальных структур – как вывести из страны деньги. А ничего вывозить и не надо. Почуяв дыхание золотого тельца, Хохлов уже больше не хотел делиться баснословной прибылью с какими-то чужеземцами и вновь отправил беса к Петровскому. Срочно необходим еще один коммутатор, желательно еще более мощный и надежный, чем предыдущий. За деньгами дело не стало. И вскоре новый прибор был сделан. И здесь происходит совершенно невероятное. Когда бес в назначенный день направился к дому Петровского, то обнаружил у его подъезда милицейские машины. Там же от судачивших бабушек он и узнал, что произошло. Но кто убил Петровского и забрал бесценный чип? В любом случае, создав это устройство, ученый подписал себе смертный приговор. Всякий, прознавший про чудо-коробочку, несомненно, захотел бы владеть ей единолично. А новые изделия Петровского могли подорвать эту монополию. А о том, что она уже реально существует и приносит деньги, могли узнать любые враги и конкуренты Хохла. Так и случилось. Заклятые враги Хохловских, представители группировки Сарычева, во время одной из стрелок с бесом вдруг обратили внимание, как неожиданно легко он отдал им несколько прибыльных спорных торговых точек на приграничных территориях. Для людей Зёмы это могло означать только одно. Хохловские не стали мелочиться, потому что нашли какую-то более серьезную жилу. В ход была пущена разведка Сарычева, и вскоре она засекла беса, наведывающегося в гости к Петровскому. Остальное было делом техники. И пока Хохол с бесом ждали, когда ученые изготовят новый суперприбор, сарычевские уже вовсю строили свой коммутатор, нанимали рабочую силу и разрабатывали систему конспирации. Утром того дня, когда бес должен был забрать второй суперкоммутатор, киллеры, посланные Сарычевым, убивают Петровского, маскируя это под вьетнамский след, и забирают коробочку. Это была гениальная идея. Кто же, как не вьетнамцы, заинтересованы в монопольном контроле над своим эксклюзивным бизнесом? Бес, именно так и подумав, начинает свое собственное расследование. В то время как сотрудники управления Р, выявив и обезвредив первый суперкоммутатор, обнаруживают наличие второго, еще более мощного, бес окончательно приходит к выводу, что к убийству Петровского и похищению второго чипа вьетнамцы не причастны. Последние сомнения в этом исчезают, когда Хохлу и бесу становится известно о том, что милиция ликвидировала первый коммутатор. Но кто тогда? Другие этнические группировки еще менее организованы и самостоятельны. Значит, кто-то из своих российских коллег. Подозрения на группировку Сарычева падают не сразу. До этого Хохловским пришлось побеседовать со многими московскими авторитетами. Во время одной из таких бесед кто-то упомянул о том, что у них дела сейчас идут не очень хорошо. Им даже только что пришлось сдать, то есть продать за большие деньги, контроль в своем регионе за одним очень лакомым оптовым рынком – людям Сарычевым. Откуда это у них, еще недавно бившихся с Хохлом за пару магазинчиков, такие деньги, чтобы выкупить целый рынок? Хохол посылает беса на стрелку с сарычевскими. Ее, кстати, оперативники наружки приняли за очередную безобидную дежурную встречу. Там бес все и узнал, после чего немедленно отправился в Америку. В последний путь. Но ни в Муре, ни в управлении Р жизнь после этого легче не стала.
потому что и Глаголев, и Фролов убеждены, что на таланты русская земля никогда не оскудеет. И на смену Петровскому придут новые гении, на каждого из которых отыщется свой бес.